1 июня. Работы на винограднике меньше не стало. Наверное, даже добавилось. Продолжаем подвязку, потому что в это время побеги растут очень-очень интенсивно. Подвязываем побеги к проволоке шпалеры. Но основная работа, конечно, это пасынкование. Пасынки – это побеги второго, бывают третьего и так далее порядков, которые вырастают из пазухи листа. Вот пасынок, вот еще один пасынок, выросший из пазухи листа. Вот он. Вот. Сейчас они в таком состоянии, когда самое время их прищипнуть или удалить. Количество этих пасынков на кусте зависит от сорта винограда, от нагрузки плодами, нагрузки побегами. И я хочу сказать несколько слов о пользе и о вреде пасынков. При сильном развитии пасынков, вот один, вот второй, они загущают куст, затеняют основные побеги, затеняют ягоды. И это способствует развитию болезней, так как уменьшается проветриваемость куста. Также при росте пасынков они отбирают очень много питательных веществ, ну, естественно, на свой рост. И вот эти верхние молодые листики в пасынках, они не отдают питательные вещества кусту, а наоборот отбирают их. То есть, может быть, не до получения ягодами питательных веществ. Поэтому необходимо лишние пасынки удалять. Как же их удалять? Давайте поговорим об этом. Но в то же время пасынки улучшают развитие основных почек, плодовых почек в глазке. То есть это их положительное влияние на побег и на куст. Также пасынки увеличивают облиственность, что увеличивает и питание куста. Но рост пасынков необходимо контролировать, не допускать их перерастания. Я предлагаю вам в зоне расположения гроздей пасынки удалять полностью, выламывать, чтобы они не мешали опылению. Вот этот пасынок мы убрали. Следующий в зоне расположения грозди пасынок также удаляем полностью. Это даст возможность хорошо опылиться грозди. Пасынки же, которые находятся выше грозди, вот она гроздь, вот я вам показываю внизу гроздь, а пасынки, растущие выше по побегу, прищипывайте над вторым листом, оставляя два листа, раз, два, сверху прищипываем. Точно так следующий, оставляем два листа, первый, второй и выше прищипываем. То есть вы тем самым увеличиваете облиственность этого побега, соответственно, увеличите количество листьев на побеге, которые будут питать вашу гроздь, питать ягоды, увеличивают сахаронакопление, соответственно, будут питать и куст. И в то же время эти листья, они моложе основных листьев. И когда они вырастут, больше станут, то есть повзрослеют, они будут обладать большей фотосинтетической способностью и больше будут отдавать большее количество питательных веществ, чем вот эти основные листья, находящиеся в основании побега, которые к тому времени уже устареют и будут не столько отдавать питательные вещества, сколько потреблять их. Поэтому оставлять два листа пасынка очень и очень рекомендую. Часто пасынки используют при восстановлении формировки куста после вымерзания, для ускоренного создания формировок. Вот, к примеру, вот здесь. Здесь я прищипнул основной побег, и за счет стимулирования роста двух верхних пасынков
буду выращивать из этих пасынков два рукава. Это делается в том случае, если не хватает для формирования основных побегов. То есть из одного за счет пасынков я выращиваю два побега. Также иногда используют пасынки для получения урожая. Это в случае града, в случае вымерзания побегов. Этот урожай созревает, конечно, позже, не такой обильный, как основной, но, тем не менее, дает возможность получить урожай и не остаться абсолютно без него. На многих кустах началось цветение. Это юбилейного черкасска. А здесь супер-экстра. И запах. Какой запах?